Всем привет, с вами Азбука Айтиманитики. Сегодня мы поговорим о том, что такое агрегатор доставки. Агрегатор доставки – это удобный инструмент по настройке служб доставки, позволяющий организовать быструю перевозку товара от конечного до конечного покупателя, независимо от его географической удаленности. Интернет-магазин работает с агрегатором доставки в режиме одного окна. Организация собственной службы доставки требует много времени и финансовых затрат. К примеру, для создания логистики в одном районе требуется нанять штат сотрудников для доставки, обзавестись транспортным средством, наладить контроль выдачи и перемещения товара. Налаживание доставки в пределах страны требует еще больше затрат. Не каждый бизнес может позволить это себе. Решение проблемы – использование сторонних сервисов, которые выполняют функции посредника между интернет-магазином и покупателем. Они могут обеспечить высокий уровень обслуживания, независимости от размера и бизнеса, и покрыть большинство количества городов. Агрегаторы служб доставки самостоятельно заключают договора с компаниями-перевозчиками и берут на себя ответственность за решение сопутствующих проблем. Утеря товара, возврат. Контролировать процесс доставки можно посредством личного кабинета. Он представляет собой единое окно, через которое осуществляется передача товаров в службу доставки и просмотр текущих заказов. Во время оформления покупки человек может самостоятельно выбрать подходящую для него службу доставки, с которой сотрудничает агрегатор. Это дает возможность интернет-магазину, во-первых, заметно сократить внутренний документооборот, во-вторых, обеспечить удобный сервис обслуживания клиентов, в-третьих, увеличить объем выполняемых заказов. Чтобы выбрать агрегатор курьерской доставки, необходимо определить, какие задачи он должен выполнять. К примеру, доставка еды, одежды или мебели имеют разные условия. Для доставки одежды потребуется создание дополнительного сервиса по примерке, а для транспортировки крупногабаритного груза нужны грузчики и спецтехника. Если в интернет-магазине есть специалисты, которые могут самостоятельно принять и обработать заказ, упаковать, подготовить его к отправке, следует выбрать агрегатор с более упрощенными ресурсами. Стоит также помнить, что качество обслуживания зависит не только от служб доставки. Следует отдавать предпочтение агрегатору для интернет-магазина, инструменты доставки которого соответствуют типу заказного товара. Он также должен иметь службы в городах, необходимых интернет-магазину, где по статистике сосредоточена его целевая аудитория. Агрегаторы предполагают комплексное решение, которое упрощает и удешевляет доставку товара в различные регионы и страны. Сюда входят услуги по приему и обработке заказов, поступающих от менеджеров интернет-магазина. При необходимости можно сдать товар на склад курьерской службы. Интернет-магазин может самостоятельно выбрать материал и способ упаковки товара. При большом объеме заказов осуществляется сборная комплектация для отправки в один город, перевозка товара в пункты выдачи удобным видом транспорта, будь то автомобили, поезда или самолеты. Организация условия получения товара в зависимости от того, какой способ выбрал клиент. Товар может быть доставлен курьерской службы по проживанию, либо в пункты выдачи самостоятельного вывоза. Техническая сторона сотрудничества интернет-магазина с агрегатором доставки довольно проста. Все операции проводятся в едином окне личного кабинета интернет-магазина. Также имеется форма заполнения данных об индивидуальных характеристиках товара, адрес получателя и другая информация. При оформлении заказа агрегатор дает возможность пользователям выбрать способ доставки и сразу же получить окончательную стоимость услуги, включая оплату курьерской службы и планируемый срок исполнения заказа. Информация касательно обработки текущего статуса заказа располагается на серверах агрегатора, но менеджеры интернет-магазина могут просматривать эти данные через личный кабинет. Существует огромное количество агрегаторов доставки для интернет-магазина, которые являются бесплатными. Часть платформ предоставляет логистические службы на платной основе. Авторизируя процесс доставки, необходимо сообщить агрегатору подобную информацию заказа: вес, габариты, адрес получателя и так далее. Каждый параметр отправления должен быть указан корректно и строго в отведенных для этого полях. Среди наиболее известных агрегаторов для интернет-магазина можно отметить Яндекс.Доставка, Шелфа, Бокс
Blackberry, ну и так далее. Все они имеют хороший принцип работы. Достаточно подключить интернет-магазин к сервису, чтобы получить возможность пользователя услугами различных компаний-перевозчиков. Это позволяет сократить расходы на доставку товаров, избавиться от лишнего документа оборота и значительно расширить географию доставки. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка будет в описании под этим видео. С вами была Азбука Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.